скажем так, они там на начале войны вообще не могли никак объяснить, почему Россия, имея такой перевес в авиации, до сих пор не доминирует в воздухе. Ведь этот феномен до сих пор они не в состоянии даже объяснить, почему это так случилось. Ну как почему? Потому что наше ПВО работает и конечно, в итоге закрыло небо. Ну, ведь мы помним, на начальном этапе они реально летали, там самолеты летали. Летали над Бучей, прям Бучей рядом с домом. Да. Я же на 8-м этаже, мне вообще казалось, что я могу похлопать по крылу его. Ну и в конечном итоге именно фактор того, что они должны были доминировать в воздухе, он и приводил к их выводам. Они доминировали в воздухе, они сейчас имеют преимущество в воздухе, будем реалистами. Ну они не залетают практически на территорию. Они вдоль переднего края работают, да. И он объяснял почему, потому что, ну действительно, что страшно? Ну ПВО прикрыто. ПВО работает, причем, ну тут есть технически вдаваться, опять-таки, я не ПВОшник, я не знаю кучу нюансов, я там знаю простые вещи, которые мне объясняли. Да. Вот идет первая ударная группа самолетов, задача которых именно бороться с ПВО. Они вызывают огонь на себя, они бомбят только ПВО, не отвлекаясь ни на что, выносят эту систему, несут потери и открывают дороги тяжелым, уверенным бомбардировщикам. Так вот, называю спящее ПВО. Это обычное ПВО, замаскированные стоят установки, которые не стреляют по этим истребителям, не включают радаров. То есть их видят откуда-то, они их пропускают. Те отбомбились, отстрелялись, кого-то потеряли, вернулись, пошли бомбардировщики тяжелые, пошли штурмовики. Добрый вечер, а мы тут. Это таких вариантов у них куча, это ПВОшник лучше любой расскажет. На самом деле, если брать в общем, почему никто не верил, что и по авиации, и по технике, и по продвижению вперед, практика, критерии истины. Значит, расчеты были неверны. Это, по-моему, Суров очень хорошо писал. Вот смотри, какой прекрасный боксер. Мышцы играют, весь блестит, морда свирепая, двигается потрясающе. Только, зараза, все время битая морда. Ну, так и российская армия. Ну, громадная, страшная, куча техники, куча БК. Все боятся, а морда битая.